Друзья, всем большой привет! Сегодня мы с вами находимся в магазине Leroy Merlin. Посмотрим новинки и ассортимент в этом магазине. Это город Ульяновск. Из новинок в продажу поступили очень красивые декоративные настольные украшения. Птицы на веточке. Все это на подставке. Стоимость 1044 рубля. Производитель Китай. Размер этого украшения 30 на 8 на 35 сантиметров. Материал металл. Из настольных украшений есть еще вот такая золотая собака. Размер ее 23,5 на 18 на 12 сантиметров. Стоимость 1208 рублей. Есть очень красивые декоративные настенные полочки в составе металл и МДФ. Размер этой полки 39,5 на 10,5 на 36. Стоимость 1597 рублей. Производитель Китай. Как вы думаете, что это? Это свеча парафиновая в гипсовой статуе Давид. Стоимость 418 рублей. В наличии два цвета, белый и золото. И еще есть вот такой вариант, называется амфион, внутри тоже свеча парафиновая, в наличии два цвета, серый и белый, стоимость 318 рублей, производитель тоже Китай. В наличии есть симпатичные ключницы, здесь 4 металлических крючка, ключницы с декором, размер 25 на 13 сантиметров, в составе МДФ, бумага и металл, производитель город Екатеринбург, стоимость 215 рублей. Есть еще вот такой вариант, 4 крючка тоже. И есть в виде сковоречника, тоже 4 крючка. Интересно очень смотрится, цены одинаковые. А есть еще ключницы на 3 крючка, они прям маленькие, квадратные формы, размер 12 на 12 сантиметров, производитель тот же. Здесь ключницы в ассортименте по декору, цена 130 рублей. А эти ключницы уже дороже. Здесь, во-первых, материал уже дерево и крючки двойные, 3 штуки, стоимость 470 рублей. Также есть еще вариант ключницы с 4 двойными крючками, с полочкой, тоже очень интересно смотрится, в составе дерева. Размер 22 на 18 на 4,5 сантиметра, стоимость 590 рублей. Больше всего мне понравилась вот эта декорация. Здесь искусственное растение в декоративном горшочке на велосипеде. Цвет в ассортименте, стоимость 738 рублей. Ящик декоративный, изготовлен из фанеры березы. Его можно, кстати, подвесить. Интересный дизайн. В наличии есть два варианта по дизайну. Стоимость 568. И есть еще вот такие ящички. Их уже нельзя подвесить, просто настольные ящики. Здесь тоже в ассортименте, стоимость 341 рубль. И есть еще вот такой вариант с джутовой веревкой, тоже ящик для хранения, изготовленный из фанеры березы. Здесь они в ассортименте, цена 487. А, кстати, есть еще даже чуть-чуть подороже. Часы настенные с бесшумным механизмом, диаметр 30 сантиметров, стоимость 690 рублей, здесь в ассортименте. И есть еще вот такая новинка, очень классные настенные часы диаметром 70-80 сантиметров с римскими цифрами. Изготовлены из LDF, LHDF даже написано, по цвету в ассортименте, стоимость 960 рублей, покажу, как они будут выглядеть на стене.